Вот сегодня, ну пока потащи, видно будет. 16 июля 2016 года, суббота. Еще утро раннее, уже сколько работы переделали. Витали, вот какие у нас слеги. Так. Вдвоем берите рядом, рядом беритесь. Там не надо ее далеко брать. Вот видите, вот это вот пойдет на разворот тоже положить. Потом, чтобы ошкурить. Пока сюда. Никита там разбирает. Вот, ребята, Роман Малыш тут работает. И смотри, что фамилия Малыш. Большой. Только чтобы не попало на дорожку. О! Вот тут у нас дорожка. И чтобы ее не задевало. Около шалаша идет разборка. Это вчера Игорь Барабашек. А бы не дождик, он бы некогда не привез. Ну, без работы, считай, остались бы. И на деревню было бы уже не похоже. А вон где далеко. Там утренняя молитва. Вон они там. Кто видел? Володя? Володя там находится. Ну, это я такой съемщик плохой. Видать. Вот теперь берут. Берите вдвоем волоком. Эти слеги. Это метров по 8. И даже больше. Они мне нужны промоины задавить. Когда придет техника работать, между ними мы должны уже забутить, засаманить. Там вода стоит на 10 метров шириной. Ну, может, поменьше где. Ну, короткие можно друг на друга класть. Вы коротенькие выбросьте из середины к этим коротким. Вот эту вот одну. Четвертую с краю. Это означает, прибежали оттуда и бьют 4 раза. Чтение Евангелия. Вот так. О, вот это вот четвертую. Вытащите ее отсюда тоже. Вот. Короткая. А длинные сюда переложите на их место. Нам легко будет брать. Ложи друг на друга. Все, теперь вот эту вот переложить туда надо. О, поближе. А сейчас большие будут, опять подложите. Все. Больше всего, не нянчитесь, пускай. Ну-ну-ну, подвинуть только. Тут можно как ровно положить. Ну что в городе? Ничего этого нельзя в городе делать. Что там делает, нанятые узбеки, туркмены, все тебе сделают. Здесь каждый сам по себе. Вот опять дождик накрапывает. Вот они там стоят. Там комариков отдувает ветер. Это детский лагерь. Православный, в честь священномученика Климента Анкирского. Вот они, братья Виталий, Роман и Владимир Голендухин. Так, из Екатеринбурга. Видите, как волоком. Туда, с другой стороны. Утром уже встали. Вот видите, какой вал сена. Прокосили траву, отбросили. Это все еще до завтрака. Валом. Вот. Дальше, видать, вон там дождь идет. С этой стороны ласточки летают. Плывут низкие облака. Вокруг колки, лесополосы. А вот это так фотогенично выглядит крапива. Никогда не догадаюсь, что это крапива. Какое-то экзотическое растение. Оно очень фотогеничный вид. Бывает совершенно незначительный такой предмет, но он особо привлекателен. Вот они его. Видите как. Кто открытый, кто закрытый. Вот. А я тут хожу. Убрал, что нужно, несколько отвел, все, спину вступает, отступился. Это шалаш наш, заходить в него, все закрыто, солома. Ну, а тут еще говорить, вот опять покажу. Вон они наши собрались, господа. Никита тут закрывает.
какие-то другой статус нынче. До детей допущен. Мы очень трясемся над этим, чтобы детей не трогал, никто не прикасался. Ты как? Ни в повара, никуда не берем никого. Только очень-очень проверены, да с ходатайством от священников еще. О! Ну а это откладывает. Это осенник, мусор, который нарос. Так, это близко сильно к дороге, убрать оттуда. Там обязательно брякнется. Не, вот... Виталий, вот вторую уже положили, поднять выше. Вот так. И другую тоже по одной брать, отодвинь все их оттуда. Обе. В нижнюю эту, нижнюю сначала, вот эту, убери дальше. Там, не надо, туда продвинь вперед, вперед. Все, клади на место. Вот, а теперь эту тоже. Эту тоже ему туда положить. Вот, чтобы они лежали одинаково. Потом. Все, клади, клади. По одной будет шкурить и вытаскивать на место. Видите, уже разборка идет. А что тут осталось? 5 штук. Или 6-7. Потянем. Повторяю, это до завтрака. Такая работа. Ну, видно, что это не спички таскать, если втроем, четвером мужики тащат слеги. Это для того, чтобы восстановить пруды. Там прорывы большие. Как залатать их? Говорят, да он землю, ну как землю насыпет, так и выйдет. Надо задержать. Выдавить воду и задержать все, что туда будет спущено. По краям будем саманить. И это таких прудов у нас будет. Одна еще вот. Сразу за 3 пруда взялся. Южный, северный и называется второй мостик. Второй мостик это на первый не можем пробить никак. Чем-то замазывать надо. Пробовал, напилили дерево в 3 слоя, как в войну было в Белоруссии, танки. Но не пошло, коровы. Нога попадает между этими, промывает, ногу не вытащит, сразу ногу сломает корова. Отменено было. Думали даже понтон достать и на зиму убирать, но ничего этого не будет. То есть мы фантазируем иногда. Это предложение барабаша Игоря было, оно реально можно было сделать, если бы каменный какой-то был здесь, ну, основание такое. Оно все, земля обыкновенная, чернозем его вымывает. Понтон поставишь, она вокруг понтона в один день сделает. Еще уже на 30 метров будет ширина промыва. Так что единственное, что подсчет я сделал, 50-60 кубометров строительного мусора. То есть и цемент там такое непромываемое. Ну, ничего этого уже не сделать нам. Бак, представь, 1,5 на 1,5 считай метра. И, ну и высота метр. Вот. 2 с лишним кубометра воды. Крышка сделана под замок. Как поднимать? Уши приварены. Это Николай Польгуев. Мастер такой сделан. Ну все. Это вот ветки обрубили. Дети увезут на костер. Вчера костра не было. Где они там? Вот они. Ближе не приближают. Лодя стоит там. Видите, как интересно все. И куда ни посмотришь, у нас везде труд. Большой труд. Видите, столбы ставили. В соседнем селе столбы перепилили, они внизу. Ну-ка, пойду я бегом. Вот, пожалуйста, смотрите. Это все утро наше.
одной. Галина Александровна, мать четверых детей. Привет! Привет! Давайте. Так, так, не останавливаться. Давай, Оля. Потихоньку не упади. Вот так. Володя с позамыкающей. Видите, как все обдумано. Это что? Фуражку забыл, наверное. Так. Кто у нас тут? Пробежал Егор. Ну-ка, ну-ка. Давайте. Вот оно как дело-то идет. Ну, последняя малышня пошла. Вот она. Вот так. Доброе утро. Доброе утро. Так, а что-то отстало. Что? Животик болит, да? Ну да, животик что-то. Ну ничего, бывает. Дома не бегала, а тут и бежать не приходилось. На гимнастику? Нет, мы же... Молились? Нет, все? Давайте, отдыхайте пока так. Так, рукой так нельзя царапать, девочки. Нельзя так, при людях царапаешься. Ну? Что? Ну, слава богу. Да. Вы готовились. Были, мы еще его изучали. Еще. Одели вас как надо. У меня уже 11 книг. Да ты что? И дома 2. Ну вот мы сегодня соберемся где-то, побеседуем о книгах. Приготовься к этому. Окей. Да. Знаете, кого у меня еще дома книга? Ой, заглянуть на кухню. Что тут вытворяют они? И как ты, Екатерина, уедешь? А тосковать будешь же о нас? Да, я буду. О, мы что-то замену бы дали себе сначала-то. Я уезжаю, как просто. А я вот не могу уехать. Ну мы же вас предупреждали, когда... Понимаете, вы... я раньше работал на стройке, и у меня выработка была под 300%, 280-300. Я неделю работаю, а мне ставят 150% выработка, и на другую неделю я свободен. А одни не ставят. И некоторые рабочие узнали про это дело и говорят, да как же так, он не было 150, бригадир говорит, хорошо. Я за ему отдельно закрою наряд. Но у вас получается, говорит, 98. А нет, пускай с нами будет. Но я однажды на остановку гляжу, а там у меня была сестра такая, Валя Шитикова. Она сейчас болящая. Хорошая сестра. Я ее оставил, ты побудь тут неделю-то. Гляжу, она с сумочками стоит на остановке. Валя, да как же так это... Да, а ребятишек много было тогда. Ну, я говорю, что на костре сразу 120 человек только было. Ясно, что... Я говорю, а как же дети? Они нехорошие. Как они нехорошие? А я проходил в него палатки, они там разговаривали, так это... Еще себе. Я говорю, а ты кто такая? Давай, разберемся. Проводница в поезде. Кто? Супруга всего мира, как ты говоришь, так? И ты судишь детей, которые только разговаривали. Ну хорошо, ты бросила. А на кого оставила? Ни на кого. Ни на кого. Да ладно, я тебя увидел. Да я уже пошел у начальника отпрашиваться немедленно. Быстрее, один раз поезд только идет в сутки. Ну и приехал сюда. Ну, Бог миловал. Там нашелся парень, сын священника. Он взял на себя руководство. И... Понятно, как запросто. Раз, и я на той стороне. Я уже в дамках. А я не могу так бросить на полпути. Бейте мух. Призови своих девочек. Так. Где девчонки большие? Ну-ка, пройди там. Ливию всех позови. Ну-ка, мух, побейте больших девочек. Поставь там. Девочки большие, подходим сюда. Леонида, Ливия. Ну, двое. Двое. Двое только, хватит. А что такое? Побейте мух. Мух побейте. А, мух? Ну, пошли. Мух, на кухню залетели так, они. Все, давайте, работайте. Нестор, аккуратнее, куда вдвоем-то тащитесь? Аккуратнее. Не задень никого. Здесь паришься. У вас кто? Нет, у нас была Ливия. Берите вон Вику себе. Вот дети учатся работать. Вот она как, с полежком. Пожалуйста. О, все, посмотри, она несет. Володя, разбери ее здесь, и неудобно ложить. Покажи как. Она просто бросает. Так, а ну-ка встать там.
Ну зачем ты сел? Зачем? Слезь! И все как один, садится и все, задница работает. Смотри, чтобы в гвоздь не попал. Ну ты допилил бы и все, что ты ломаешь, так чуть не по голове его. Не надо ломать, она сама отпадет. И что делает тут? Потом все одинаково. Так, она маленькая, подожди, вы давите друг другу, не будет она пилить. Володя, посмотри. Ну она давит, она маленькая, она еще ниже стоит. А поставь ее, наверное, на среднюю, а ее туда отодвинь. Где? Перемени местами вот этих. Там намного ниже. Вон место под ногами у нее. Ну, вот это, как компанию сюда поставь. Куда? Убери ногу, Фрося. Это поменялись все. Мальчики. Поменялись. Ну что стоишь? Ты лишний опять. Ну хоть держи, хоть что-то. Все время станет, стоит. Вот что телевизионное. Он не будет еще делать. Даже держать, и то лень, матушка. Иди рассказывай, как ей. Давайте помаленьку носите. Давайте, поболешку. Дрова. Что, все? Так, уходим мы. Так, Володя, я сейчас оставлю тут кого-то.